не грабли, марш убирать родителей. Но это же ведь незаконно. Марш убирать. Видеть мой глаз. Законно заставлять детей работать. И тебе даже не заплатят за это. Ну, что мне тогда делать? Довольно жутко. Ты мне историю с одним знакомым напомнил. Все дети убирают, а вы тут родителей в школу. Немедленно! Ваш сын не хочет он работать, что-то.